У Риги новый завхоз. Время междувластия закончилось. Рижская дума избрала нового исполнительного директора. Я назвал эту должность завхоз, что недалеко от истины. Ибо исполнительный директор – это действительно руководитель, отвечающий за городское хозяйство. Заведующий хозяйством – завхоз. Последние годы рижскую исполнительную власть колбасила не меньше, чем депутатский корпус. Отставки, смещение должностных лиц, назначение исполняющих обязанностей. И, наконец, мутное время закончилось. Мы назначили на должность исполнительного директора Яниса Ланге. Это назначение состоялось при непосредственном участии Русского Союза Латвии. Теперь подробнее. Янис Ланге – профессиональный управленец, руководивший такими крупными предприятиями, как «Латвия Свалс Цели» и «Латвийская железная дорога». У него есть опыт работы также в самоуправлении. Кандидатуру Ланге отобрала конкурсная комиссия Рижской думы среди 6 наиболее сильных кандидатов. Вообще конкурс был открытый, и любой профессиональный менеджер мог на него заявиться. До утверждения на должности Янис Ланге встретился с депутатами Русского Союза Латвии. Он ответил на все наши вопросы и произвел положительное впечатление. Не только при помощи самих ответов, но и при помощи стиля общения, исключающим высокомерие полностью. Положительное впечатление усилилось на заседании Рижской думы, в ходе которого господин Ланге пообещал по-человечески стараться решить проблемы всех рижан вне зависимости от языка, на котором они будут обращаться. Это благородная и смелая позиция. Мы поддержали назначение Яниса Ланге на должность исполнительного директора и в качестве напутствия посоветовали ему в первую очередь решить две рижские проблемы – дороги и коммуникация власти с рижанами. Как строить качественные дороги, господин Ланге знает благодаря своей работе в «Латвия Сцели». А в общении с рижанами будем помогать. Это наша общая задача – депутатов и исполнительной власти. Вот так в Риге появился директор. Удачи вам, Янис! Будете ошибаться, будем вас критиковать. Понадобятся наши знания и опыт, будем работать вместе на благо Риги.